Совет Европы будет завтра обсуждать доклад, который касается смерти вашего сына. Что вы ожидаете от этого обсуждения и как по-вашему, какие шаги следовало бы Совету Европы принять? Доклад вот Гросса, он очень убедительный, и он показывает, что, ну, к сожалению, в России не удалось найти справедливости. Я надеюсь на то, что в этом деле, ну, поверят докладу Гросса. И я надеюсь, что такой же список Магнитского будет принят в Европе. Не является ли восстановление справедливости запоздалым для вашего сына? Я думаю, что восстановление справедливости, оно никогда не может быть запоздалым. Его можно долго-долго ждать, но когда справедливость торжествует, это всегда радость, несмотря на то, что она может быть и запоздалая. Это лучше, чем она не будет восстановлена.